17 лет. Я из города Герой Москва. Представляю команду «Индастриалс». Моя подготовка проходила первый этап в Дагестане, в Хасавюрте. Подготовка проходит большой, фанатской базой. Хороший молодой парень. Первая мысль, когда мне предложили Кирилла, я любовь таджикской публики. А сейчас ему 22 года, и его попасть в лучшую лигу мира. Я его просто закрыл. Это не работает в клетке, понимаешь? Возможно, я нарулу, это будет сюрпризом. Пусть в клетке это докажет. Я готов к этому. Лука – лучший клуб в Европе! Много. Нарула, ты знаешь, твои болезненности моих, да. Это войска. Мы выходим и сражаемся. Я выступаю дома, в своем Кирилл городе, в своей столице. Я хочу сказать большое спасибо всем земляникам, которые приходят. Очень много ребят, которые приходят и болеют за меня от всего сердца.